упаковка. Так. Поедем. Паста. Механика. Целых 16 граммов такого чуда. Так. Распаковываем. Прям совсем чуть-чуть. Для СНГ компонентов. Ну, ладно. Попробуем пока. Попробуем пока протестить. Одну из подложек. Итак, погнали. Припоем. Жалко, конечно, тратить пасту для этого дела. Для обычных проводов. Но все-таки чуть-чуть попробую. Так. Кощунством займемся. Итак. Запах, конечно, специфический. Но, тем не менее, плавится быстро. Нет, для СНД, конечно, да. А тут зачем изгаляться? Ноль, линия. Быстро прокипающая, чистая, но запашок от механика, конечно. Так, вырубаем, будем тестить. Кошмар слепит. Просто жесть. Так. Прям вообще ничего не вижу. Слепит, конечно, жестяк. Ладно. Сейчас перекинем на эту. Ну и греется, соответственно. Неплохо. То есть какой-то радиатор нужен будет ей отводить тепло, чтобы. Так.
Но прям желтая вообще слепит. И радует то, что 220 всего, ничего. Так, ну что, опять пробуем. Ну, это еще сильнее. Прям, да. Ну и нагревается тоже в моменте прям. Без радиатора использовать нельзя, надо обязательно какой-то помощнее сюда придумать радиатор. Хотя, в принципе, для... Да нет, даже для кратковременных, там, для туалета, ванной. Слишком быстро греется. Так, механик, конечно, хорошо. Но вот вонь от него будем использовать для фена и СМД. А так, ссылка в описании на этот светодиод и вот этот.